Как правильно наклеить стекло на экран? Сначала подготовьте место, где вы будете это делать. На столе не должно быть пыли, поэтому протрите поверхность влажной тряпочкой. Позаботьтесь о том, чтобы пыль не летала в воздухе, а также не советуем клеить стекло в шерстяной одежде, чтобы ворсинки не попали на поверхность стекла. Первый шаг. Хорошо протрите экран телефона влажной салфеткой под номером 1. Затем насухо вытрите его салфеткой под номером 2. Проверьте, чтобы на экране не осталось разводов и пылинок. Затем аккуратно снимаем подложку со стекла и быстрым движением подносим его к экрану. Теперь ваша задача выровнять стекло по динамику и краям, а затем положить на экран. Стекло разгладится само, при необходимости помогите ему. Если где-то остались пузырьки воздуха, аккуратно приподнимите стекло и выгоните воздух пальцем. Если после установки стекла вы заметили пылинки, воспользуйтесь стикерами, которые идут в комплекте. Обратите внимание, что по краям стекло меньше, чем экран, на 1 мм, для того, чтобы чехлы не поднимали стекло и не доставляли вам дискомфорт.